С 2012 года в Мурманске действует акция «Помоги спасти жизнь ребенка». За эти годы 217 детей получили необходимую помощь и медицинское лечение в ведущих клиниках страны. Принять участие в акции могут все желающие. Достаточно пожертвовать любую сумму. Деньги можно опустить в прозрачные боксы «Добрые сердца», которые установлены в общественных местах. Также открыт счет в благотворительном фонде «Мурманск», куда поступают средства от организаций, предприятий города и частных лиц. Распределением собранных средств занимается наблюдательный совет. В него входят врачи-педиатры, волонтеры, депутаты городского совета. Благодаря неравнодушным мурманчанам за время работы акции удалось собрать около 17 миллионов рублей и помочь 217 детям.